Я все время говорю, надо же вот так выстроить свою жизнь, чтобы миллиарды людей ждали твоей смерти как праздника, как избавления. Вот, вот миллиарды людей на планете будут ликовать, когда Путин умрет. Вот надо вот было довести свою судьбу до такого мирового позора. То есть вот, просто представьте, вот сейчас вот кого не спроси, допустим, всех мыслящих, меняемых людей, они этого события ждут как праздника. Как самого большого праздника. Выборы в Америке. Если победит Трамп, каким видите вы его действия относительно войны в Украине? А если победит Харрис? Ну, мне кажется, мне понятно, что роль личности в истории, она велика. Она по-прежнему велика, и это примеров тому массы в наше время. Но мне кажется, что мы все-таки гипертрофированного переносим, вот переносим как бы наш собственный опыт, печальный, когда у нас одно лицо решало все в стране, в нашей общей, или там какая-то небольшая группа лиц политбюроцы, как КПСС, и мы вот переносим этот опыт избрания там президента, который, например, в России обладает полномочиями больше, чем абсолютный монарх, мы переносим вот это вот на американскую землю, на американскую почву. Да, там президент, конечно, влияет на политику. Но надо понимать, что там есть куча сдержек и противовесов. Так называемый check and balance system, да? Вот эта система контроля и баланса полномочий. И поэтому, да, конечно, может прийти к власти человек, который заявляет о том, что прекратит там при определенных условиях поддержку Украины. И ему вторит его так называемый вице-президент, кандидат вице-президента Венс. Но мы должны с вами понимать, что даже в самом плохом случае есть Конгресс, есть Сенат, есть Верховный суд, есть независимая пресса, есть гражданское общество. И это все является сдерживающими факторами для любого президента, для любого руководителя страны, который не может просто так преодолеть волю и решимость этих названных мной структур. Поэтому я думаю, что при всем том, при определенных, так сказать, шансах у Трампа на победу, он не сможет развернуть, как говорится, американскую политику на 180 градусов. Ему просто не дадут. Его просто замотают, так сказать, там попытками, всякими там импичментами и прочим, прочим, прочим. Если он пойдет поперек курса Соединенных Штатов Америки, который выработан вот этими большими, крупными институтами государства и общества. Ну, это я так успокаиваю сам себя и зрителей, которые нас видят и слышат. Зеленский рассказал, что за октябрь по Украине было запущено более 2000 шахедов. Появляется вопрос. Российская Федерация надеется, что люди будут протестовать против войны? Или просто они усиливают такое психологическое напряжение населения, как вы считаете? Они хотят просто измотать терпение украинского народа. Это совершенно очевидно, понятно, потому что военного смысла, большого военного смысла в неточных атаках вот этими дронами, их нет, такого смысла нет. Но если бы эти, допустим, там были удары выстроенные, вернее, прицельные по военным объектам, инфраструктуре, там, центрам управления и так далее, тут еще можно было понять, что они преследуют военный эффект. Те запуски шахедов, они военного эффекта как такового не дают. Но они вот действительно заставляют каждую ночь киевлян, и не только киевлян, но и жителей Украины, прятаться в бомбоубежище. Большого ущерба они не наносят, но вот это морально-психологическое состояние подавленности они вызывают. Но в этом расчет Путина. Он все до сих пор искренне верит, что есть там внутри Украины какие-то слои населения, которые не выступают, в том числе за пораженческих, скажем так, позиций, типа давайте завершим хоть как-то, давайте хоть как-то будем спокойно жить. Но я думаю, что этот расчет совершенно не оправдан. Он просто исходит от желания выдать, вернее, от того, чтобы желаемо выдать за действительное, и просто вот действительно воздействовать на морально-психологическое состояние общества, граждан. Я это очень хорошо понимаю, почему? Потому что вот я месяц провел в Израиле там, по личным делам с женой, и мы за этот месяц, все-таки мы были в Тель-Авиве,
Даже мы за этот месяц там 5 раз сбегали в бомбоубежище, причем это было и ночью, и рано утром, и днем посреди дня. И я понимаю, насколько вот, а те жители, которые живут там ближе к линии соприкосновения, к линиям вот этим территориям, захваченными террористическими армиями иранскими, они там в день иногда по 3-4 раза вынуждены все прекращать и прятаться там пусть 10-15 минут в бомбоубежище. Там короткие атаки. Там в Израиле очень маленькие расстояния подлетные. Если ты там не спрятался за минуту-полторы, то уже надо там садиться на землю какой-то там спиной какой-то прочной стене и так далее. И вот они уже настолько у них тут все отработано, что там за минуту-полторы несколько миллионов человек уходит в убежище. Через 15 минут они снова выходят. И я вот, например, из кафе мы сидели, пили кофе, тревога, оказалось, что это баллистические ракеты были с Хизбаллы выпущены, последняя тревога. Вот мы из этого кафе вышли, там есть место, где укрываться. Через 12 минут мы вернулись, и все стопки были, как говорится, сохранены. Стоял наш кофе с булочкой. Вот так что мы вернулись к прежнему задаче. Я понимаю, что в Украине это не так. Его тревоги затяжные. Они действительно там более опасные. Потому что, например, в Израиле, понятно, они уже живут с этим много лет. Уже оборудованы в домах, во всех новых домах. Есть комната бомбоубежища. И там действительно системы очень серьезно защищающие граждан, жителей в этих. Украина просто, конечно, такого создать не сможет, да и не нужно это. Тем не менее, понятно, что вот это морально-психологическое давление оказывается Путиным совершенно осознанно, в надежде на то, что дрогнет Украина и сдастся агрессору. Это единственный смысл, что они запускают шахеды. Но я сейчас надеюсь, что все-таки украинский, иранский, израильский удар по Ирану нанес серьезный ущерб этим всем фабрикам шахедов, баллистических ракет и так далее, и интенсивность их будет снижаться. Я надеюсь на этот результат. На днях появилось расследование системы про начальные переговоры, вот эти Минско-Стамбульские переговоры, которые были в самом начале войны в 22-м году. И там, собственно, есть информация о том, что Россия требовала в изначальных своих предложениях уменьшить армию Украины до 50 тысяч человек, запретить любые размещения чужого, ну, западного оружия, западных военных баз на территории Украины. Ну, то есть тут полную такую денацификацию, демилитаризацию, на которую, в принципе, теперь становится понятно, почему Украина не согласилась. Потому что были там некоторые заявления российских оппозиционных спикеров, да, той же Латынины, которая говорила, вот, были же прекрасные Стамбульские соглашения, что же Украина на них не согласилась. Ну, а как сейчас мы видим, эти соглашения были просто, ну, ультиматумом. Что вы об этом думаете, должна ли была Украина на это соглашаться? Посмотрите, конечно, это не предложение, это для ультиматум. Соглашаться нам нельзя, тут однозначный ответ. Плохо только одно, что вот эта информация, она не была предана гласности. И поэтому вокруг этой темы возникла куча всяких там конспирологических теорий. И никто не знал до конца, какие же были унизительные условия, предложенные Украине путинским режимом. Это надо было делать давно. И так как никто не владел, по большому счету, деталями, вот и получилось, что стали появляться в СМИ, в каналах, в том числе даже у сторонников Украины, разные оценки этих предложений. Ну, например, я помню статью там Коха, который не знал об этих предложениях, у него не было информации такой. Я точно знаю, с ним разговаривал лично, вот что он сказал, что нужно было заключать мир в одной из своих статей. И я знаю, что Латынина не владела этим материалом, именно что было предложено Украине в качестве так называемых условий мира. Ошибка, мне кажется, здесь вот, ну, какой-то недоработка, скажем, давайте так, сейчас не буду никого критиковать, недоработка пропагандистской системы Киева заключалась в том, что были данные о неприемлемых условиях вступления. Вернее, неприемлемых условиях заключения мира, унизительных условиях,
на которую невозможно было соглашаться. Надо было это давать раньше. Надо это было давать раньше, публиковать раньше, доводить это до мне, до всей мировой общественности. Ведь сейчас мировая общественность момент упущен. Она сейчас даже не будет интересоваться этим. Потому что это все прошло. Это интересно только тем, кто как бы находится непосредственно в этой теме, в этой системе, там, следит за войной или страдает от этой войны. Это интересно вот этой категории людей. А мировая общественность об этом узнает, но это будет такое небольшое внимание к этой теме приковано. Вот надо было раньше это делать, сказать, ну смотрите, что они творят. Это же просто ультиматум. Это просто унижение нации. Это просто попытка увековечить свою оккупацию территории. Это просто, так сказать, там, это хуже, чем даже Мюнхенский сговор, так называемый, 1938 года. Вот это надо было делать. А то, что сейчас эта информация появилась 2 года спустя, да, 2 года, ну, да, 2 года с лишним прошло, то это, конечно, недоработка пропаганды страны, мне кажется, самого Киева. Вот это вот надо было делать раньше. Потому что никто не видел этого, никто не знал этого. Это были там куча предложений, что это предложение, это решили отдать, это решили не отдать. Я сам знаю вот эти дискуссии, сам слышал эти дискуссии в различных наших оппозиционных кругах. Ни у кого не было никакой точной информации.